мы с вами сегодня отправляемся в путешествие в страну хореографию. Чтобы в нее попасть, нам нужно пройти через хрустальный мост. Вы знаете, что такое хрусталь, да? Очень хрупкий материал. Поэтому мы должны носочком проверить, выдержит ли нас мост. Пробуем. Раз, два, наступили. Попробовали. Наступили. Попробовали. И шагнули. Носочек. И шагнули. И так проходим весь мост. Прошли. Через мост перешли. И оказалось, что нам с вами лететь нужно высоко-высоко на гору. Садимся на ковры самолета. Самолетики волшебные. Чтобы они нас подняли наверх, мы колдуем с вами. Абракадабра! Поднимаем одну ножку. Подняли, держим. Раз. Два, летим наверх. Нога наша показывает, куда мы летим, как высоко летим. Отпустили. Еще раз колдуем. Абракадабра! Держим. Носки остренькие-остренькие. Еще сильнее волшебство. Две ноги поднимаем. Абракадабра! Летим. Ку-ку. Опустились. Поставили ручки за спину. Спинка ровная-ровная. Плечи вниз, наверх не поднимаем. Проверьте, что вы очень устойчивы. И ветер не сдует вас с вашего ковра самолета. Полетели. Носочки показывают, куда летим. Наверх. Наверх, вниз, молодцы, еще вниз, на самый верх, оторвали пятки, летим высоко-высоко, оторвали ручки, носки вниз, полетели чуть-чуть вниз, и над нами пролетает большой самолет, и мы прячемся, чтобы он нас не задел. Оп! Пролетел самолет. Летим дальше. Направо поворачиваем. Ручки. Диагональ. Ровно. Диагональ. Ровно. Снова большой самолет летит на нас. Мы прячемся. И последний разок прям животом. Прилетели. В нашей волшебной стране нас встречает огромный фонтан, но он не работает. Чтобы он заработал, мы с вами должны 8 раз прокрутить большие такие ручки там. Приготовились. Вращаем, считаем все вместе. 8 раз. Раз. Спинки ровные. 2. Животы в себя. 3. 4. 5. Сколько раз еще осталось? 7, 8, пошла вода, отлично. В другую сторону еще, чтобы долго-долго работал наш фонтан. 1, 2, 3, здорово, вы мне помогаете, вместе легче. 4, 5, проверьте, спина ровная. 6, 7, 8, молодцы, мы с вами запустили фонтан. И он так сильно начал капельки свои расплескивать, что мы чуть с вами не попали, как будто бы под настоящий дождь. И наделали кучу луж. Теперь через эти лужи будем вместе перепрыгивать, чтобы не намочить носочки, тапочки, ноги. Кто как из вас занимается? Босиком, может быть, кто-то. На остренькие носочки поставили. Капельки капают. Топ-топ-топ-топ-топ. Кап-кап-кап-кап-кап. Перепрыгиваем лужу. В одну сторону. На центр. Другую. Еще лужу. Очень-очень много луж у нас фонтан наш наделал. Так. Теперь перешагиваем через лужу на пятках, чтобы не промочить ножки. Спинки ровные. Класс. Молодчины. Отошли от фонтана далеко. Долго прыгали, правда? Молодцы. От фонтана отошли.
пошли, и оказалось, что там растут красивые-красивые цветочки. Итак, цветок распускается, бутончик раскрывается, еще один новый цветок растет наверх, раскрывается, красиво-красиво, еще разок наверх, и раскрывается. И потом пыльца, которая в цветочке есть, на ветру вот так в разные стороны разлетает, еще наверх. Пыльца, много-много пыльцы, так много пыльцы, что прилетели шмели. Такие яркие желтые шмели. Крутим кисточки в другую сторону. Класс, молодцы. Вместе со шмелями прилетело море бабочек. Придумайте, какого цвета вы бабочка. Какая бабочка? Представьте, какие у нее красивые крылышки. И полетели вместе с вашими бабочками. Летим. Нашли самые красивые цветки, которые вам нравятся. И пьем нектар, опускаемся вниз. Отлично. Полетели дальше на другой цветочек. Опускаемся. Раскрываем хорошенько цветок. Посмотрели вот так. Внутрь заглянули. И опустились. Пьем нектар. Вкусный, как сок. Еще ниже, прямо головой, прямо лбом можно до пола достать, только аккуратненько. Чик. Молодцы. Еще полетели, спины ровные. Покажите, какие у вас ровные спины. Летим. Опускаются коленки вниз, до пола дотягиваются? Значит, молодцы. Отлично. Мы с вами за бабочками улетели в лес. Такой дремучий-дремучий лес. И там в этом лесу много пауков. Они на нас бегут. Но они добрые паучки, не злые. Они просто хотели с нами познакомиться. На одну нашу ножку прискакали. Побежали на другую. Еще разок. Направо, к правой. К левой. А потом пауки увидели мух и начали ловить. Раз, муха. Два. Три. Четыре. Поймали. И далеко-далеко муха. Оп! Поймали муху. Дотягивайтесь, если лбами дотягивайтесь до пола, вообще круто. Подрались за муху паучки и разбежались к разным ногам. Один и к другой. Класс. Молодчины. Но пока мухи попадались паукам, мы тоже с вами проголодались. Сели на пенек. Достали хлеб. Сыр, колбасу, а вы, я знаю, любите более здоровые бутерброды, приготовились, делаем бутерброд, сначала со мной, потом сами сделаете. Хлеб положили, масло положили, сыр, что еще рассказывайте мне, и съели бутерброд, вкусный-привкусный, коленки на полу, только тогда получается у нас бутерброд с вами съесть, проживать хорошо, молодцы. Еще разок. Масло. Еще хлеб. Еще сыр положили. Носочки натянули. И съели бутерброд наш. Оп. Молодцы. Вытянулись наверх. Теперь мы наелись и отправляемся дальше в путь. Пошли мы с вами по лесу. И там оказалось очень много змеек живет. Они спрятались в траве. И сначала мы их с вами не заметили. Соединили на пятки, спрятали носики. А когда мы подошли к змеям поближе, они начали выглядывать из травы и шипеть. Давайте все вместе. Высоко-высоко. Теперь попу расслабили, чуть-чуть покрутили, расслабили, чтобы змейка еще выше смогла подняться. Какая у вас змея? Кобра? Еще выше. И последний разок. Мы прошли змей.
подошли к красивому полю, полному разноцветных цветов. Мы набрали целую корзинку, конечно же, и несем маме. Считаем до 8, чтобы ни один цветочек из корзинки не выпал. Раз, два, три, четыре. Помните, что мы вдыхаем с вами через носики? И мягко выдыхаем. Лучше тоже через нос, но можно через рот. Главное, как сеньор помидор, не краснеть и не держать воздух в себе, а спокойно вдыхать и выдыхать. До 8 досчитали, опустились. Поставили корзиночку на пол, передохнули, готовы снова отправиться в путь. Еще до 8 считаем. Раз, два, три, четыре, пять, молодцы, шесть, семь, еще выше. Восемь. Ушли на пяточки, потянулись. Вперед. Спинку растянули. Молодцы. Отдохнули. Кисточки расслабили. Супер.